Самые-самые, именно так можно сказать, об участниках финального этапа конкурса среди молодых работников АГМК, который состоялся 4 марта во Дворце культуры «Металлург», посвященный Дню защитников Родины. В конкурсе приняли участие 6 молодых работников из различных подразделений Алмалыкского горно-металлургического комбината. По традиции, конкурс состоял из нескольких этапов. Уже в ходе первого этапа представления участников было заметно, что каждый из парней обладает военной выправкой, смекалкой, чувством юмора и таланта. Члены жюри, знакомясь со слайд-шоу своеобразных визиток, оценивали умение участников интересно и талантливо рассказать о себе, своей профессии и увлечениях. Второй этап – смотр физической подготовки конкурсантов, мужественный юноша – опора государства – прошел заранее и позволил определить, кто из ребят самый быстрый, ловкий и сильный. Видеоотчет с конкурсного этапа был показан зрителям в зале во время финала. Вот так каждый из участников демонстрировал навыки стрельбы из лука, прыжков в длину с места, подтягивания на турнике и беги на 100 метров. Одним из самых интригующих этапов конкурса стал выход из ситуации, в ходе которого участники должны были в течение 2 минут прокомментировать предложенные картинки с заданными психологическими ситуациями. При этом сделать это нужно было не только быстро, но и с чувством юмора. А строгие члены жюри оценивали речь и мышление. В завершении финального тура конкурса участники сюрпризом предложили на суд зрителей и жюри театрализованные миниатюры и исполнение песен, где раскрылся еще и вокальный и артистический талант каждого участника. Ох, и не просто было жюри выявить самого-самого, но конкурс есть конкурс. И в номинации «Самый талантливый» победил Зухриддин Махмутмуродов, представитель Шарабадского цементного завода. В номинации «Самый смелый» победил Шахабеддин Кахаров, управление технологического транспорта. В номинации «Самый опытный» лучшим был Тимур Уразалиев, медиплавильный завод. В номинации «Самый умный» – Даниил Каюмов, центральная аналитическая лаборатория. В номинации «Самый веселый» победил Лазизжон Умаркулов, ведомственная военизированная охрана. А победителем конкурса признан Умид Усаров, работник медной обогатительной фабрики.